Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам о книге Джорджа Кроули. Называется она «Корги по имени Генри». Эта книга была написана в 2019 году. Сама автор – современная английская писательница. Живет она с мужем и с 6 собаками. Если у вас плохое настроение, никак не наступит хотя бы весна, то я советую вам прочитать эту книгу. Может быть, она кому-то покажется слишком простой, банальной и наивной, но, как говорится, уют никто не отменял. Это семейная книга, можно читать ее с детьми. Книга о животных. Главный герой – пес, которого зовут Генри, и породу он корги. Живет он себе спокойно в семействе уокеров. Но однажды семья отправляется на прогулку около Букингемского дворца. И так получается, что Генри пропадает. Ни для кого не секрет, что королева очень любит собачек такой породы, и поэтому Генри оказывается среди своих сородичей в Букингемском дворце. На самом деле у книги как бы две линии повествования. Первая линия – это как раз про собаку Генри, которая живет теперь в Букингемском дворце и помогает окружающим его и собакам, и людям. И вторая линия – само семейство уокеров, их какие-то трудности о том, как они переживают потерю своего любимого питомца. Очень добрая, светлая книга. Советую к прочтению всей семьей.